Министерство юстиции в правительстве Лайм-Дитестрауема возглавляет Дзинтерс Раснич. 51 год, женат, четверо детей. По образованию юрист, имеет опыт работы членом Центра избиркома. А в 95 году при правительстве Андриса Шкелы он уже однажды был министром юстиции. Вплоть до 98 года. После этого избирался в парламент по списку ТБ ЛННК. В 11-м сейме занимал пост секретаря. С вступлением в должность министра юстиции сразу же заявил, что вопросов о регистрации однополых партнерских отношений в повестке дня нет и не будет. Вместо этого министр намерен заниматься вопросами совершенствования судебной работы. По словам юристов, судебной отрасли Латвии не хватает объективности. Эти правовые процессы, они очень бюрократичны и не имеет объективного результата, если так можно выразиться. Да? Ну вот как, например, скажем, если вы судите со службу госдоходов, да, там по какому-то делу, да, у вас есть очень мало возможностей, да, там, при такой правовой системе, которая есть в наших судах, там это дело выиграть. Эта система сделана так, что у тебя нет до конца права высказать свое мнение, скажем, были такие случаи, что суд даже принимает решение, там только берет во внимание, ну, старые какие-то там судебные решения там низкостоящей инстанции.